нормально. О, машина есть. О, да. Починим. Так, да, не вам само разут еще. Не, раз тут клюнул, значит, надо крутиться. Чего у него такие задырки на голове? Это сенсоры. А, она же в темноте ебашит. Сенсор. Ну, я так перевел тебе. Я понял, понял. Хуй их знает, как они правильно делают. Блядь. Вот у кошки, эти самые, маленькие... Это дело надо... Маленькие усики. Сбрызнуть, да. Слышишь, маленькие усики у кошки, знаешь, как называется? Как, вибрисы. Вибрисы, правильно. Это я знаю. Ну, а у этой твари как это все называется? Пес. С почином. С почином. Да. Да, хороший. Сати же, дайте. Давай, потому что там крючок обломил. На. Обломился даже. Да. На. Давай, давай. Надо обломок тебе поднимать. А что это обломился у тебя крючок? Ну, один крючок обломил. Гнилой, что ли? Ну как гнилой, если только купили? Китайский. Как китайский называется? Значит. Дешевка называется. Отличный. Китайский значит отличный. Выскочил, кажется. Да. Супе найдешь. Вот тут оно. Спасибо. Здоровья, кушайте еще.